Привет, спасибо, что вы нажали на это видео. Сегодня я буду готовить свиную рульку, но я решил это сделать не стандартным путем. Я решил еще ее закоптить и сделать, немножко американскую нотку добавить и ее в барбекю соус. Я добавлю туда чесночок. Ну, короче, вы все сами увидите. Оно будет такое пикантненькое, вкусненькое. Ребята, это будет крутой рецепт. Я надеюсь, что вам это все понравится. Все, достаем ингредиенты и начинаем нашу готовку. Я сейчас покажу все, как будет происходить. Все, поехали. Друзья, 5 часов до готовки я замочил наши дровишки для копчения и добавил к ним яблочного сока. Тогда будет получаться такой насыщенный, вкусный запах дыма. Для этого рецепта нам понадобится такая шикарная рулечка. Просто обалдеть, как она круто выглядит. А также для этого рецепта нам понадобится имбирь, корень сельдерея, лучок, чесночок, укроп, петрушечка, гвоздичка, черный перец, крупная соль и барбекю соус. Имбирь я порезал довольно крупными кольцами. Нашу зелень связал я такой пучочек. И чесночок я просто вот так почистил его. Так, давайте сделаем наш барбекю соус немножечко еще вкуснее. Добавим туда растительного масла. Выжмем туда чесночок. И хорошенько мы все это взмешаем. Так, ребята, берем какой-то казанок или кастрюльку, кладем туда нашу рулечку, добавляем все наши ингредиенты, щедро все посыпаем солью и будем это все готовить примерно 2-2,5 часа. И мы будем добавлять все время туда воды, потому что вода будет уходить, это так должно быть, так что готовим дальше. Так, где-то прошло примерно 2 часа и 15 минут, я решил разжечь угли. Рулечка, конечно, ребята, как оно все пахнет, это не передать. Так, достаем нашу рулечку из бульона и хорошенько смазываем его нашим барбекю соусом. Так, щедро-щедро, если надо, ребята, видите, мало, добавьте еще. Ну, мне повезло, я как раз сделал все как надо, по норме. Так что, смотрите, какая красота у нас получается. Ребята, этот запах, еще раз повторюсь, просто обалденный. Я даже не могу представить, насколько это вкусно, наверное, будет.
Угли я раскину по двум сторонам, а рульку нашу я выложу посередине. Так что она будет вот так готовиться и не будет подгорать. И, ребята, перед тем, как мы будем ставить нашу рульку на грил, лучше накрыть все крышкой и хорошенько разогреть его. Друзья, наш грил разогрелся, выкладываем наши деревяшки для копчения и будем выкладывать рульку на грил. А также грил можно смазать растительным или сливочным маслом. Так что вот так началась заключительная фаза нашего приготовления. Будем смотреть, чтобы ничего не пригорело. Накроем это все дело крышкой. Будем открывать примерно, я думаю, каждых 2-3 минуты, чтобы смотреть, чтобы реально ничего не сгорело, чтобы все было так красненько, красивенько, чтобы все выглядело аппетитненько. Ребята, аж слюни текут, я не могу, не знаю, это просто бомба. Как оно все выглядит, а еще как оно все пахнет. Я даже аж до речи, ребята, теряю. Друзья, еще немного, и мы попробуем эту замечательную рулечку. Так, друзья, наша рулечка готова. Сейчас под ней полыхает такой красивенький огонь. И мы ее спасем. Мы ее заберем сюда красиво, переложим. О, красота. О, ох, сейчас я не могу дождаться это попробовать. Зацените, ребятки. Все, на сторону и дегустация. Так что вот так, друзья, настал этот момент. Рулечка наша готова. Она очень такая, как желатинчик. Я думаю, что это будет вкусно. Это должно быть вкусно. Я не думаю, что сейчас она немножечко подостынет, и я ее разрежу, продегустирую ее. Я вам скажу свое мнение насчет этого рецепта. Все, поехали. Так что так, как я люблю это говорить, момент истины. Разрезаю. Ого. Это интересненько. О, кровь здесь собралась. Ну ничего. Вот так. Ой, ну смотри, она вообще там разваливается, как не знать что. А ну попробуем. Ну это вкусно. Эти мухи меня задрали. Тяжело на улице дегустировать. Но это вкусненько. Мне интересно, что это такое? А, нет, это удар получается от кости. Все нормально. Короче, это кровь здесь собралась. Все хорошо. То я чуть не запаниковал тут. Так что продолжаем. Ну, я скажу, что это сочненько, ребята. Это вообще... Легко все рвется. Барбекю, соус. Просто обалденно. Как бы все, специи нормально, по соли вообще супер получилось. Ну, короче,
Эта рулька супер. Готовьте, ребята, по этому рецепту. Сейчас я покушаю и сделаю вердикт по этому поводу. А так, я доволен. На 100%. Че это вкусно. Сейчас смело готовьте вот так. Итак, друзья, рулька наша получилась. Получилась она вкусненькая, сочная, сладенькая, копченая. Все как надо, ребята. Я надеюсь, что вам этот рецепт понравится, когда вы будете готовить. Готовьте, смело можете готовить этот рецепт вкусный. Ребята, если вы не подписались на мой канал, нажимайте эти кнопочки, сабскрайбы, быстро подписались. Поделитесь этим видео с друзьями, поставили мне пальчики вверх, кому не понравилось, пальцы вниз. Ребята, все, за все вам спасибо. До следующих рецептов, до свидания. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Все, до свидания.